Здравствуйте, с вами компания «Дом в дорогу», Тор-Шато 25М. Это автодом с таким оригинальным расположением кровати. Мы сейчас зайдем вместе посмотрим, но сначала давайте проведем видеообзор снаружи. Классический американский автодом с маркизой, которая выдвигается с помощью электродвигателей, с стенами из композитных материалов. Это большой гараж. Все такие вот лючки и места для хранения грузов структурированы. Их много, то есть можно расположить в одном месте там, допустим, картошку, в другом обувь, в третьем там еще какие-то вещи. Ну, в общем, не навалом, одним словом, что очень удобно. Сзади лестница для того, чтобы обслуживать, к примеру, солнечные батареи, которые у вас на крыше, там от пыли их протирать, или какие-то вещи туда дополнительные положить, которые находятся в боксе, который стоит на рейлингах, или что-то еще. Значит, бампер для того, чтобы здесь хранить гофрированный шланг. Этот автодом, естественно, оборудован генератором. Это очень важно для того, чтобы поддерживать микроклимат внутри автодома в движении. У вас будут работать кондиционеры благодаря этому генератору в жару. Слайдер большой, внешний душ. Дальше подключение сети переменного тока. Мы, кстати, переделываем на 220 вольт. Это входит в стоимость автодома. Канализация американская с большим баком черной воды, который можно сливать раз в 10 дней. Ну и пошли внутрь автодома смотреть все самое интересное, что внутри. «Дом в дорогу» приглашает вас в путешествие с домами на колесах по Средней Азии, которое начнется 26 мая 2024 года. Мы посетим уникальные, удивительные места – древнюю Бухару и Самарканд, Душанбе и Ташкент. Мы пересечем пустыню Кызылкум и во время ночлегов, благодаря современным возможностям наших домов на колесах, будем создавать в пустыне оазисы комфорта с водой, электричеством и микроклиматом. Мы проедем по Великому Шелковому пути. Нас ждут невероятные пейзажи. Иногда наш караванинг будет самым настоящим сафари, потому что вдоль дороги мы увидим верблюдов, диких лошадей и черепах. Весь наш путь пройдет по асфальтированным дорогам. Все точки маршрута очень подробно нанесены на карту. Каждая точка имеет описание. В каждом городе нас будут встречать гиды и проводить обзорные автобусные экскурсии. Такое путешествие возможно только тем, у кого есть дома на колесах, и оно будет самым интересным и незабываемым. Мы встретим гостеприимных людей в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В Душанбе мы будем купаться в озере Кызылкум, а в Ардзобском ущелье на 2 дня поедем в самый настоящий современный аквапарк в горах. Такое путешествие возможно только караванерам, тем, у кого есть дом на колесах. На обратном пути мы побываем на космодроме Байконур, где у нас будет экскурсия и, возможно, увидим запуск космического корабля. Подробный план путешествия на сайте domvdorogu.ru. Посмотрите, какое прекрасное живописное место! Автодом Тор-Шато 25М. Видеообзор внутри, вот как раз таки вот это вот необычное расположение кровати. Давайте посмотрим, что за шторка, ее уберем. Вот такая кровать. Значит, когда она задвинута, тут вот такой диванчик получается. Ну, а если ее опустить, будет двуспальная кровать. Ну, не знаю, кому-то нравится, кому-то нет. Вот такой вот автодом. Пошли дальше. Значит, огромная спальня впереди с большим телевизором в этой спальне. То есть, видите, 2 спальных места. Здесь 3 спальных места. 4-5. 5 спальных мест у этого автодома. Кухонная зона. Вот. Варочная поверхность, духовка, микроволновка. Можно увеличить разделочный столик вот таким вот путем. Видите, да? Дальше холодильник, дометик. Абсорбционный, с автоматической сменой источника энергии. Если у вас закончился газ, то холодильник переключается на переменный ток. Если закончился газ и переменный ток, холодильник переключается на постоянный ток и наоборот. Ну, внутри вот он так выглядит. Так, шкафчик. Вот такой вот телевизор. Телевизор напротив двуспальной кровати. Ну, так вот продумано достаточно хорошо. Зеркало, шкафы для хранения каких-то вещей.
Туалетная комната с огромнейшим душем, с очень большим, с унитазом, с раковиной, с умывальником, шкаф для туалетных принадлежностей. Вот он, шкафчик там для чего-то еще. Напоминаю, что все это натуральное дерево, никакие там не деревозаменители. Здесь вам тоже покажу шкафчики. Значит, кабина, очень мощный двигатель, 350 лошадиных сил, не турбированный, коробка автомат. Вот такой вот автодом. Ну а с вами была компания «Дом в дорогу». Напоминаю, что наша компания занимается не только продажей прицеп-дач и автодомов, но и организацией путешествий с прицепами, дачами и автодомами. Наш сайт домвдорогу.ру. Заходите, с нами интересно. В январе 2018 года компания «Дом в дорогу» организовала и провела караванинг за Полярный круг. Мы проехали с прицепами и автодомами в зимней сказке более 5000 километров. Зимняя рыбалка в Атлантическом океане. Встреча Нового года под северным сиянием. Ледяной дворец Снежной Королевы, Лапландия. В прицепах, дачах и автодомах было тепло и уютно. Впечатлений масса. В этом году мы вас приглашаем в такое же путешествие. Мы также будем встречать Новый год, но уже под российским северным сиянием. Но самое главное – Териберка. Это невероятно красивое, сюрреалистическое место за Полярным кругом. Не зря там снимали фильм «Левиафан». Именно там мы будем встречать новый 24-й год. Помимо этого, мы посетим самый северный в мире аквапарк. Ледокол «Ленин», ледяной дворец инопланетян. Но самое главное, мы будем путешествовать по зимней сказке в своих домах на колесах. Мы будем исследователями других миров на своих звездолетах, как это описывал Станислав Лем и Иван Ефремов.